Сегодня на базе Брянского государственного аграрного университета открылась традиционная выставка «День Брянского поля». Масштабный сельскохозяйственный форум – это не только выставка передовых технологий, на которой представлен большой спектр современной сельхозтехники и оборудования, удобрений и средств защиты растений, но и уникальная площадка для общения с экспертами и специалистами со всей страны. С места событий наш корреспондент Мария Селивестрова. Здравствуйте, студия, здравствуйте, телезрители. Сегодня мы здесь на одном из самых важных для региона мероприятий – День Брянского поля 2021. Хочу напомнить, что в прошлом году мы принимали Всероссийский день поля. К нам приезжал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Но все по понятным причинам было немного в сокращенном формате. Но любой желающий мог увидеть площадку онлайн с любого мобильного устройства. Сегодня здесь есть посетители и... Хочется отметить, что этого удалось добиться благодаря тому, что жители региона активно включились в прививочную кампанию, но все равно здесь, конечно, соблюдаются социальные дистанции, и многие посетители ходят в медицинских масках. Здесь на территории более 20 гектаров представлена вся гордость Брянской области, большой спектр техники, те самые машины, которые ежегодно выполняют самую разную работу на полях, помогают нашим аграриям и представляют их самые разные крупные компании, которые уже не один год достойно выставляют свою продукцию на рынке. Конечно, кроме техники, здесь более 350 самых разных видов, сортов сельскохозяйственных культур. Прямо здесь, под открытым небом, рапс, соя, кукуруза, картофель, гречиха, яровая и озимая пшеница, ячмень. Семенной материал представлен лучшими ведущими отечественными и зарубежными селекционными центрами и поставщиками, которые, к слову, тоже сегодня здесь обмениваются опытом, делятся своими наработками и общаются с нашими аграриями. Брянское поле – это не только демонстрация достижений, это достойная площадка для бизнеса, для общения и для налаживания самых разных связей. Так, например, сегодня здесь совсем недавно было заключено соглашение между губернатором Брянской области Александром Богомазом и директором Петербургского тракторного завода Сергеем Серебряковым. По традиции торжественное открытие дал глава региона. День Брянского поля сегодня... которые мы проводим после прошлогоднего мероприятия, когда здесь проходил День Всероссийского поля. И мы, жители Брянской области, сельхозпроизводители Брянской области, власть, восприняли это как доверие федерального центра провести на территории Брянской области масштабную выставку «День поля России». И сегодня продолжение этого мероприятия мы проводим уже традиционную День Брянского поля. И вот в прошлом году здесь, где присутствовал сам министр сельского хозяйства, они высоко действительно оценили ту выставку, которая проходит у нас уже на протяжении 12 лет. Ведь сегодня наша региональная выставка, она мало чем отличается от федеральной. Но это говорит о чем? Это говорит о том, что компании, которые производят удобрения, семена, средства защиты растения, технику, они востребованы на брянском рынке. И сегодня я хотел бы сказать, конечно же, огромное спасибо всем, всем, кто работает на земле, всем, кто сегодня поставляет технику, научные разработки. На мероприятии работает сразу несколько съемочных групп телеканала «Брянская губерния». Подробный отчет о работе выставки «День Брянского поля» смотрите в ближайших выпусках информационной программы «События».